名誉博士号、名誉博士授与を行います。東京外国語大学名誉博士の称号を授与します。Такое свобода. У идеалистов никогда не получается свобода. Почему? Ответ я искала в живой жизни. То, что на улицах, в разговоре, крики, плачи. Там она подлинная, не обработанная еще чьей-то мыслью и талантом. Наверное, я научилась этому в детстве. В доме моих родителей, сельских учителей, всегда было полно книг. Но вечером от книг меня тянуло на улицу, где собирались на лавочках деревенские женщины. Время было послевоенное, и в деревнях, как я помню, жили одни женщины. Их мужчины не вернулись с войны. Вечером, подоив коров и справившись с домашней работой, женщины сидели на лавочках и говорили о жизни и о смерти, вспоминали войну, как провожали своих любимых на войну, как ждали, как верили цыганкам, обещавшим им чудо. Их рассказы потрясали больше книг, жизнь казалась таинственной и страшной. Долго искала я жанр, который отвечал бы тому, как я вижу мир, тому, как устроен мой глаз, мое ухо, моя память. И выбрала жанр человеческих голосов. В моих книгах обычный, или как его еще называют, маленький человек, сам рассказывает о себе. Я высматриваю, выслушиваю свои книги на улицах, за окном. Иногда могу целый день просидеть с одним человеком. Мне важно словить слово на лету, в рождении, не упустить разговорную часть жизни, к которой мы относимся невнимательно и небрежно. И она исчезает в суете дней, темноте времени. То, что это может быть литературой, кажется неожиданным. А я хотела бы все, что есть в нашей жизни, сделать литературой. И ежедневное слово тоже. Более 30 лет я писала свою хронику одной утопии – «Красной империи». Это был невиданный коммунистический проект на огромном пространстве, где жило более 200 миллионов человек. Русские большевики пытались переделать человека ветхого Адама в отдельный человеческий тип Homo sovieticus. Красный человек, о котором я пишу, это человек советской идеи, строитель коммунизма, как называл он себя. Хроника состоит из 5 книг, и в то же время это как бы одна книга об истории русско-советской души, прослеженной на протяжении почти 100 лет, десятков поколений. Я еще успела застать людей, которые видели Ленина и Сталина. Они сидели в сталинских лагерях, но верили в Сталина, дорожили своими портретами, красными книжечками с профилями своих вождей. Помню, как старая коммунистка, отбывшая где-то в далекой Сибири свой срок, от звонка до звонка, 17 лет, чудом там уцелевшая, для меня как воскресшая из мертвых, грозила, что напишет донос КГБ, потому что я клевещу на великого вождя и великое время. Коммунистическая вера была для них великой. Большую часть жизни я прожила среди этих людей, этой жизни. Таким был и мой отец. Он до конца верил в партию и попросил похоронить партбилет вместе с ним. Последнее смертельно зараженное коммунизмом поколение, очарованное утопией. Даже мы, их дети, уже их не понимаем. Герои моих последних книг уже другие.
Они рассказывали, как воевали в Афганистане, не понимая, за что там умирают. Рассказывали, как сгребали лопатами расплавленный графит с крыш Чернобыльского реактора, делали работу роботов. Распалась Великая Красная Империя, а они остались в этом новом мире. Их страны СССР нет, а они есть. Быстро меняются машины, дома, одежды, а человеческая душа меняется медленно. Бывший советский человек прожил в новом времени уже больше 20 лет и опять хочет строить империю, готов воевать со всем миром. Опять же вопрос, почему он отказался от свободы, почему свобода ему не нужна. Меня интересовал домашний социалист, не героический, помпезный, а тот, который живет в человеческой душе. Я уменьшаю великое до человеческих размеров. Я историк души. Для меня чувство тоже документ. Занимаюсь пропущенной историей, тем, что история обычно пропускает. История высокомерна и небрежна к маленькому человеческому. В моих книгах звучит хор, и всегда можно расслышать одинокий человеческий голос. Человек для меня существует одновременно в двух мирах, в конкретном времени и в космосе. Каждую книгу я пишу 5-7 лет, записываю 500-700 человек разного возраста, разных профессий, потому что одну войну знает пулеметчица, а другую летчица, которая за всю войну могла не увидеть убитого. Она видела только небо и вспышки огней. А пулеметчица рассказывает о рукопашном бою, когда человек уже не человек, а зверь, который хочет жить. Режет, колет глаза, сердце, живот. В своей книге я собираю из сотен деталей, оттенков, нюансов. Случалось, что после целого дня разговора оставалась только одна фраза. Но какая? Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла. Или вот сижу часа четыре с женщиной, войну она была автоматчицей, и слышу только газетные банальности. Началась война, и мы, советские женщины, вместе с советскими мужчинами рвались на фронт. Так нас воспитала Родина. Уже хочу уйти из этого дома, не надеясь, что прорвусь сквозь плотную бетонную пропаганду мужской канонки. Очень часто моим собеседницам хотелось рассказывать как мужчины, а я искала мысли, детали, запахи, которыми женская война отличается от мужской. И вот уже в прихожей, когда я одеваюсь, женщина просит: «Посиди, я тебе расскажу. Ты никогда не поймешь, как страшно умирать на рассвете. Птицы поют, тишина, а через несколько минут будет команда стрелять. А трава такая чистая, воздух такой светлый, а надо умирать». Вот тут начинается литература. И дальше уже, в конце разговора, она вспомнит. После боя мы ходили по полю и искали живых. Вдруг кто-то жив. Они лежат на потоптанной, обгоревшей пшенице, рассыпанной, как картошка, и в небо смотрят. Немцы и наши солдаты, все молодые, хорошие, и тех, и других жалко. Моей целью никогда не было собрать коллекцию ужасов, оглушить читателя. Я собираю человека. Вопрос Достоевского: сколько человека в человеке? И как этого человека в человеке защитить? Я ищу ответ на этот вопрос. Я собираю человеческий дух. Скажете, эфемерная вещь, неуловимая, но искусство пытается, у каждого времени свои ответы.
Это долгая работа – сложить из сотни рассказов образ времени. Что за люди жили в это время, как думали, чувствовали, во что верили, чего боялись. Их суеверия, надежды, смутные догадки о смысле жизни. У тех, кто воевал, я у всех спрашивала, что, как человек остается один на один с мыслью, что он имеет право убить другого человека, убить и не сойти с ума. Слишком просто умирали и слишком просто убивали люди ради великой идеи. Чтобы новое услышать, надо по-новому спросить. Я должна быть интересным человеком. Мне самой прежде всего надо вырваться из хищных объятий времени, отползти хотя бы немного в сторону. Признаюсь, я тоже не сразу стала свободной. У всех моих книг была сложная судьба. Одни долго не печатали, как, например, «У войны не женское лицо», обвиняя меня в пацифизме и натурализме. А за книгу «Цинковые мальчики» о войне в Афганистане даже судили настоящим судом. Когда я увидела в зале суда Наташу М., очень удивилась, подошла к ней. Наташа, спросила я ее, а вы что здесь делаете? Вы просили написать всю правду, и я ее написала. Помню маленький взрослый сына, который еле втиснулся в 9-метровую комнату в бараке. Она сидела возле него и в безумии то тихо, то громко кричала. Гроб такой маленький, а ты у меня был большой, по 2 метра. Ты ли там, сынок? Ответь маме. Мне она рассказала, как в доме не нашлось никаких дорогих вещей, чтобы откупить сына от войны. Я бы все отдала, я бы его выкупила, как другие, но у меня даже золотых сережек не было. Напиши, плакала она. Сын мой был столиком. Его призвали в армию, и с первого дня он не на учения ходил, а генералом в даче ремонтировал. Его даже стрелять не научили. Убили в первый же месяц. Что же, Наташа, ты здесь делаешь, не могла поверить я. Мне нужен сын-герой, а ты написала, что он убийца, как они убивали. Что я могла ей ответить, если даже страдание не сделало ее свободной? Мы были не просто рабы, а романтики рабства. Помню, как книги «У войны не женское лицо» цензора особенно возмущал такой эпизод. Идет впереди батальон военных девчонок, а за ними идут мужчины. И мужчины стараются не смотреть на песок под ногами. После женщин на песке остаются кровавые следы. У женщин есть особые дни, им нужна была вата или еще что-нибудь. А в советской армии им ничего не давали. Женщинам было стыдно. Когда они доходят до переправы, их начинают бомбить. Мужчины прячутся, а женщины все в воду, чтобы помыться. Отличная мишень. Почти всех их расстреливают с воздуха. Что вы в биологию лезете? Надо героизм описывать, кричал на меня цензор. Я пыталась ему доказать, что человек он всякий, он из всего. И из биологии тоже. Тело меня интересует, как связь между природой и историей. Идеалы не могут быть гипсовыми, как памятники. Все-таки из первого издания эту страницу вычеркнули. Я смогла ее восстановить только через 10 лет после перестройки. Цензор даже такой абзац выбросил. Я спрашивала женщину, бывшую снайпером, что вы взяли с собой на войну? Ответ – чемодан конфет. За всю последнюю зарплату купила шоколадных конфет. И мы с ней хохочем. Разве эта история, эти конфеты, потрясал рукописью цензор. История, ответила я. Через десятки лет потрясает больше всего маленькое и человеческое.
Иногда меня упрекает, что в моих книгах люди слишком красиво говорят. В любви и возле смерти человек всегда говорит красиво. В эти минуты он выше себя обычного, поднимается на цыпочки. Вот такого человека я сторожу, выглядываю в жизнь. Человека, потрясенного жизнью, житием. Рассказывает, человек творит. Он не копирует реальность, а творит. Воспоминания – это творчество. Воспоминания – живые существа. Свои воспоминания люди складывают всю свою жизнь. Что читали, о чем думали, в чем разочаровались, счастливы или нет. Документы движутся вместе с человеческой душой. Наивно думать, что это некое каноническое знание, которое недвижимо и механически передается из одного времени в другое. После перестройки многие мои герои добавили целые страницы в свои рассказы. Они стали свободнее, смелее и глубже заглянули в сами себя. Я получала письма. Тогда я боялась. Вы же знаете, как опасно было говорить о Сталине. Даже о войне нельзя было сказать всю правду. А теперь решилась написать. С годами я тоже изменилась. Я тоже больше знаю и догадываюсь о человеке. Знаю, что чувство непростая прямолинейная голая. Чувство, документ не надо ограничивать только событиями. Он может рассказать и о личном, сокровенном. Для него нет запрета. Не надо бояться человеческих тайн. Меня всегда мучило, что правда не вмещается в одно сердце, в один ум, что она такая раздроблена, ее много, и она рассыпана в мире. Мои герои часто повторяли, вам расскажу, потому что только советский человек может понять советского человека. Мол, другие нас не понимают. Русская душа загадка. Кто же мы? Мы жили в стране, где нас детство учили умирать, учили смерти. Нас не учили, что человек рождается для счастья, для любви. Нам твердили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем. Мой путь растянулся на десятки лет. Не всегда он был мне под силу. Я восхищалась человеком и пугалась его. Если бы я родилась в другой стране, то я бы не смогла пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему нужно иметь привязку. Но мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали. Но сам воздух нашей жизни был отравлен. Зло всегда подглядывало за нами. Первая моя книга «У войны не женское лицо, а войне» увиденной, рассказанной женщиной. Почему о войне? Потому что война всегда в центре нашей жизни. Мы военные люди. Мы или воевали, или готовились к войне. Все, что мы знаем о войне, мы знаем с мужского голоса. Мы все в плену мужских представлений и мужских ощущений войны, мужских слов. Рассказывая, женщины всегда подстраиваются под мужской канон. Рассказывает не женскую, а мужскую войну. В своих журналистских поездках я часто встречалась с военными женщинами. В их рассказах проглядывал чудовищный оскал таинственного, много текста. Когда женщины говорили, у них не было или почти не было того, к чему мы привыкли, как одни люди героически убивали других и победили, и проиграли, какая была техника и какие генералы. Мужчина – заложник культуры войны, а женщина – свободна. Женские рассказы другие и о другом.
там свои краски, пространство и освещение, свои слова. Там нет героев и казенных подвигов. Там есть просто люди, которые заняты человеческим, нечеловеческим делом. И страдает там все живое, а не только люди, но и птицы, деревья. Страдают они без слов, что еще страшнее. Для женщины любая война, справедливая или несправедливая, все равно убийство. Женщина дает жизнь, она должна была убивать. Не открылся грандиозный и хищный мир войны. Как одновременно переживать историю и писать о ней? И нельзя любой кусок жизни, всю экзистенциальную грязь взять за шиворот и тащить в книгу, в историю. Надо проводить время и уловить дух. Тексты я находила всюду, в городских квартирах и деревенских избах, на улице, в поезде. Я училась слушать, все больше превращаясь в одно большое ухо. После первой книги я решила и дальше идти за временем, за человеком, следить, как меняется человек и как меняется идея. Рассказ одного человека – это его судьба, а рассказ сотни людей – история. Книга «Цинковые мальчики» началась с истории маленькой девочки. Я не могла ее забыть. На городском кладбище в Минске хоронили офицеров, которых привезли в цинковых гробах из Афганистана. Воинственные речи, мелки. А маленькая девочка, как птичка, вырывалась из рук взрослых и кричала: «Папа, папа, я тебе нарисовала много корабликов, как ты просил, где ты?» Я поняла, что я поеду, я должна поехать в Афганистан. Хотя до этого мне казалось, что я не смогу больше писать о войне. По телевизору показывали, как наши военные сажают деревья в Афганистане, строят дома, говорили об интернациональном долге, державных интересах. И вот я сама на войне. Первый раз, проезжая по улочкам Кабула, увидела знакомые плакаты. «Светлое будущее коммунист», «Кабул – город мира», «Народ и партия единая». Ощущение, что я в Москве или Минске, а не в Кабуле. Первый раз сама вижу убитого человека, убитого не молнией, не стихией, а другим человеком. Это зрелище перевернуло мой мир. Я увидела, как установка «Граф» превращает длинные кишлаки в перепаханное поле. Была на бесконечном афганском кладбище, где, как раненый зверь, кричала старая афганка. И я вспомнила, как в деревне под Минском внесли в дом цинковый гроб, и точно так же была мать. Это не человеческий крик и не звери. Первая мысль – как найти слова? Какие это должны быть слова? Я поняла. Только слова свидетелей равны тому, что я увидела и о чем хотела рассказать. Вот этих наголо стриженных, испуганных мальчишек, которых послали в чужую страну убивать из Москвы, из Калуги, Душанбе и Казани. Их надо слушать. Сегодня для меня свидетель, главный герой литературы, мне говорят: ну, воспоминания – это не история, и тем более не литература. Это просто жизнь, замусоренная и неочищенная рукой художника. Сырой материал говорения. Но для меня все иначе. Именно там, в человеческом голосе, в живом отражение реальности, скрыта тайна нашего присутствия здесь, обнаженный устранимый тронин жизни, ее хаос и страсть, единственность и непостижимость. Плач и крик нельзя подвергать обработке,
иначе главным будет не плач и крик, а обработка. Я строю храмы из наших чувств, наших желаний и разочарований, мечтаний, из того, что было, но может ускользнуть. До Афганистана я тоже верила, что мы построим социализм человеческим лицом. Так учил меня отец. Из Афганистана я вернулась свободной от этих иллюзий. «Прости меня, отец», — сказала я, вернувшись с войны. «Ты воспитывал меня с верой в коммунистические идеалы, но достаточно один раз увидеть, как убивают наши солдаты на чужой земле, убивают неизвестных людей, убивают и сами умирают, не понимая, за что умирают. Все идеи превращаются в прах». Отец заплакал. Жизнь немыслимо художественна сама по себе, и как это ни жестоко звучит, особенно художественно человеческое страдание. Это темная сторона искусства. Я всегда занимаюсь тем материалом, который подводит границы невозможного. Ты остаешься один на один с реальностью. Книгу о Чернобыле я писала 10 лет, после нее поняла, что не пишу, а проживаю в своей книге. Чернобыль был прыжком в новую реальность. Произошедшее превосходило не только наше знание, но и наше воображение. Все, с кем я говорила, постоянно повторяли. Я нигде об этом не читал, я никого, ни от кого это не слышал, никто мне ничего подобного не рассказывал. Все было как прежде, но мир совершенно изменился. Накопленные нами знания об ужасах связаны с войной, а в Чернобыле свели деревья, все росло, летали птицы. Но люди чувствовали, что во всем присутствует смерть, невидимая, неслышная. Смерть в новом обличии. Прошлое было бессильно в чем-то нам помочь. Еду в Чернобыльскую зону. То, что я там увидела, заставляло молчать. И у всех были растерянные лица, не только у меня. Почти сумасшедшие лица. Видела, как срезают верхний зараженный слой земли и хоронят в специальных ямах. Землю хоронили в земле, солдаты мыли дороги, дома, деревья, дрова, и хоронили, хоронили, хоронили вещи, яйца, молоко, хоронили расстрелянных, зараженных животных. Чернобыльская информация в газетах была сплошь из военных слов. Взрывы, герои, солдаты, эвакуации. По направлению к Чернобылю двигалась военная техника. В кузовах сидели солдаты с автоматами. Наша система действовала, как обычно, в экстремальных условиях. Много техники, много солдат. Но солдат с автоматом в этом новом мире был трагичен. Все, что он мог, набрать радиодозы и умереть, когда вернется домой. К военному атому люди были готовы, а к мирному нет. Они еще не знали, что военный и мирный атом сообщник. Они одинаково убивали. Помню, как эвакуировали одну деревню. Люди садились в автобусы, а собаки и кошки бегали вокруг, их оставляли. Человек спасал только самого себя. Возле старого дома стояла старая женщина с иконой и не хотела садиться в автобус. Увидев меня, она подошла и спросила. Я видела войну, а тут солнце светит. Даже мышку сегодня видела. Почему я должна бросить свою хату? Разве это война? Да, наверное. Да, это война. Наверное, так будут начинаться войны будущего, подумала я. Но это другая война, нам неизвестная. Стоп.
Старый пасечник рассказывал, как пчелы в те первые дни неделю не вылетали из улья, а рыбаки вспоминали, что не могли выкопать ни одного червяка, они ушли глубоко в землю. Пчелы, червяки, жили, жуки что-то знали, чего еще не знал человек. Я поняла, что у меня нет инструмента, подхода к этой теме. Событий еще вне культуры, те дни я услышала. Мы, белорусы, черные ящики, которые записывают информацию для будущего. Повсюду звучали совершенно незнакомые лексы. Вот, например, рассказ жены пожарника, тушившего пожар на крыше реактора в первую ночь. Тебе нельзя подходить к своему мужу, нельзя его гладить, целовать. У него острая лучевая болезнь. Не пускали ее врачи к мужу. Пойми, это уже не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации. Радиации нельзя было увидеть, глаза не горелись, у нее не было запаха, к ней нельзя было дотронуться, нельзя было услышать, уши, нос, пальцы, ничего не годилось. Нужны были новые слова, их тоже не было. Недалеко от реактора я увидела деревенских мальчишек на велосипедах. Они приехали вечером посмотреть на пожар, на малиновое сияние, исходящее от дымящего реактора. Небо действительно было красивое. Красота и смерть были рядом, но мы еще об этом ничего не знали. Церкви были полны людей, но единственное, что они там находили, это утешение. Но чтобы выжить, научиться с этим жить, надо было это понять. Как оказывать сопротивление тому, чего не знают? Люди становились философами, потому что перед лицом этой мистерии каждый был представлен самому себе. Чернобыль каждого из нас осудил на одиночество. Зло приняло такие размеры, что мы должны были выйти за свои пределы, но все равно ничего не могли понять. Сознание капитулировало, наука капитулировала, а подсознание работало. Люди боялись каких-то монстров, рассказывали о детях с двумя головами, о птицах без крыльев, пугали друг друга фантазиями, что где-то за Уралом тайно закапывают тысячи трупов. Беларусь – аграрная страна, архаическая. Крестьяне живут в тесной связи с природой. До сих пор еще на своих участках они используют простые орудия – топор, лопату, лук, что и открыли для себя, если ученые, политики, военные были растеряны. То у деревенских старых людей картина мира не нарушилась. Не знаю, что им помогало. Наверное, будет в природе смирение перед тем, что все, что с ними будет, будет из природы. Из природы, а они часть их. Они как бы не вышли из природы, природные люди. Вот ничего, что с нами происходит, нет ни у Чехова, ни у Толстого, сказала с обидой, как будто ее обманули одна учительница. Все сами искали новые ориентиры в этом новом мире. Официальная пропаганда, культура, философия были парализованы, хранили молчание. Если бы мы осмыслили Чернобыль, то о нем было бы написано намного больше. Знание о нашем незнании мешает нам. Чернобыль изменил наше понятие времени. Многие радиочастицы будут жить 100, 200, 1000 лет. Изменил пространство. Через несколько суток радиоактивные тучи были уже над Африкой. Перечеркнуты были такие понятия, как «свои» и «чужие». Для радиации не существует границ. Одним словом, человек был потрясен. И я торопилась услышать, записать.
У меня не было ощущения, что я записываю прошлое. Я записывала будущее. И постоянное чувство, рассказывая о катастрофе, не можешь не думать о катастрофе рассказа. А все-таки, как найти язык? У нас много языков. На одном языке мы говорим сами с собой, на другой с детьми, на третьем с любимыми. А еще есть язык, на котором мы говорим с животными, с Богом. Язык разговорной речи не обременен. Он выпущен на волю, все гуляет и празднует. Синтаксис, интонации, акценты и восстанавливается в точности чувства. Я слежу за чувством, я историк бесследный. В Афганистанке солдат рассказывал о казахах убивать вместе. И как неприятно расстреливать, а есть особенно, если увидел глаза человека. В Чернобыле дети подходили и спрашивали: тетя, ты писатель, ты должна знать, а будут ли в будущем году деревья в листочке, появятся ли у рыб мальки. Я слышала, как плакала молодая мама, у которой родилась больная девочка и прожила всего год. У нее было только 3 пальчика на каждой руке. Я клала ее тельце в гроб и думала, хотя бы у нее все пальчики были, она же девочка. Разве это останется в истории? История отвернется, даже не заметит, а я потрясена. И хочу, чтобы все были этим потрясены. Если бы я не читала Достоевского, я была бы в отчаянии перед человеческой душой, перед ее бесконечностью. Афганистан и Чернобыль похоронили империю. Мы простились с той нашей жизнью, которая называлась социализмом. Мой цикл заканчивается. В заключительной книге цикла «Время секонд-хенд» я попыталась честно выслушать всех участников коммунистической драмы. Мы все могли быть героями этой книги. Все мы, люди из социализма, похожи и не похожи на нас, как их людей. У нас свои представления о добровольстве, о героях и мучениках. У нас свои отношения со смертью. В рассказах постоянно звучат слова «расстрелять», «ликвидировать», «пустить в расход», «10 лет без права переписки», что тоже означало исчезновение. Все полны ненависти и предрассудков. Мы живем в лагере по-прежнему. Если человек вышел за ворота лагеря, это не значит, что на завтра он свободный человек. Все, что он знает, это лагерь. Цена человеческой жизни, ее понимание и цель тоже оттуда, из лагеря. Писатель Варлам Шаламов, оставивший незыблемые документы о лагере, просидел он 17 лет, писал: «Ведь лагерный опыт развращает и палача, и жертву. Мы ходили по площадям и кричали: „Свобода, свобода!“ Но никто не знал, что это такое, куда мы идем. И вот прошло 20 лет. Вместо свободы опять тоска по Сталину, по железной руке. Разве об этом мы мечтали в 90-е годы? На мой взгляд, коренная наша проблема – проблема добра и зла. В книге «Время секонд-хенд» есть такая история. Один из героев рассказывает, как мальчишкой был влюблен в тетю Олю. Красивый голос, красивые волосы. Потом, когда он учился уже в университете, началась перестройка, и мама ему признала, что ее сестра, тетя Оля, в годы сталинских репрессий донесла на собственного брата, и он пропал где-то на Колыме. Когда он приехал домой на каникулы, он спросил у тети Оли:
Что она может вспомнить о 37-м годе, когда арестовали брата? О, это было самое счастливое время, ответила тетя Оля. Меня любили, и я любила. Юноша задал ей еще один вопрос. А как же брат? Попробовал найти в сталинское время честного человека. Время было такое, услышал он в ответ. О чем вы? Я о том, что нет химически чистого зла. Зло – это не только Сталин, это и красивая тетя Оля. Тетя Оля, каждому из нас надо все время сторожить в себе человека. Как стояли, так и стоят коммунистические памятники. Везде гипсовый Ленин с поднятой рукой. Тело его лежит в мавзолее, пирамида Хеопса построена в 20 веке. Не судили компартию, не было люстрации. Прошлое нас не отпустило, мы все еще им порабощены. То, что я делаю, я не хочу называть интервью. Это разговор о жизни. Я прихожу к человеку как другу. Мы разговариваем обо всем. Я на духовке, и о любви, и о войне. В этом нашем разговоре не должно быть никакой искусственности, никакого барьера. Мы просто разговариваем. О добре и зле, о социализме, капитализме, о свободе. Я записала сотни ответов. Все они, это и есть мы, какие мы сейчас. На вопрос, какой должна быть страна, сильной или достойной, где людям хорошо жить, 8 человек из 10 говорили мне, сильные, хотели жить в империи, выбирали прошлое. Сегодня мы знаем, что свобода – это долгий путь. На этом пути нас еще ждет много опасностей и искушений. У нас нет свободных людей, они должны еще вырасти. Я знаю три языка, говорил мне один молодой человек. Я объехал много стран, я свободный человек. А недавно я узнала, что он воевал на Донбассе, потому что Крым наш. Путин – его герой. На книжных развалах лежат сотни книг. Все напечатали – Солженицына, Шаламова, Линдберга. За эти книги когда-то сажали в тюрьму, выгоняли из университета. Теперь люди пробегают мимо, захлестнуло материалом. Купить новую кофемолку, стиральную машину, магазины в десятки сортов колбасы и сыра. Все хочется попробовать. Предел мечтаний – старая машина из Европы, из Шенгенского, виза и поездка в Турцию, в Египет. Уже никто не стоит в очереди за книгой. Наверное, мы все больны. Людям хочется жить, просто жить. Узнать радость от красивой вещи, одежды. Они никогда этого не знали. Я не политик и не экономист, я художник. Весь этот хаос мне надо было организовать, нащупать силовые линии, сделать это искусство. Дать каждому прокричать свою правду, чтобы понять, кто мы. Книги говорят, палачи и жертвы, молодые и старые, мужчины и женщины. На пересечении версий рождается ответ. И вопросы, вопросы. Каким образом так быстро Путин восстановил сталинскую машину? Опять ФСБ, это бывшее КГБ, может ворваться в любой дом, конфисковать компьютер, засудить блогера за пост в поддержку Украину. По всей стране ищут и судят якобы шпионов, но это нормальные ученые, учителя, военные. Но эти люди думают иначе. Все запутаны, и что на самом деле происходит в обществе. Что надумает, неизвестно, непонятно. На главный вопрос я так и не нашла ответа. Почему наши страдания
не конвертируется в свободу. Я иду вслед за временем, за человеком.